Внешнеполитические ведомства России и США сожалеют о паузе в межсирийском диалоге. Об этом говорится в сообщении нашего МИДа. По итогам телефонного разговора Сергея Лаврова с его американским коллегой Джоном Керри сообщается, что дипломаты намерены предпринять все усилия, чтобы пауза была максимально короткой и переговоры в Женеве возобновились как можно скорее. Но для этого необходимо, чтобы к консенсусу стремились все участники процесса. С российской стороны была высказана озабоченность выдвижением некоторыми представителями сирийской оппозиции неприемлемых предварительных условий для налаживания устойчивого переговорного процесса с правительством Сирийской Арабской Республики. А также был адресован призыв к США и их союзникам сохранять твердую приверженность всему комплексу положений, содержащихся в резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. О приостановке межсирийского диалога минувшей ночью сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. В Организации Объединенных Наций это дипломатично назвали паузой. Продлится она, как ожидается, до 25 февраля. Тогда консультации попробуют запустить по новой.